День ветеранов таможенной службы Республики Беларусь – это важная и значимая дата, которая принадлежит тем, кто посвятил работе в таможенных органах более двух десятков лет. Ответственно и самоотверженно трудился, защищая экономические рубежи страны, пресекал попытки ввоза контрабанды и способствовал созданию инфраструктуры современной таможенной службы. На сегодняшний день у Брестской таможни порядка 300 ветеранов. В таможенных органах я проработал 43 года. В далеком 1962 году, после демобилизации, а службу проходил я в группе советских войск Германии, когда возвращались мы домой в Брест, нас пригласили для прохождения таможенного контроля на Бресте Центральном. И вот я тогда посмотрел и сделал такой вывод, и у меня сложилось такое впечатление, и оно осталось до сих пор, что в таможне работают ответственные люди, которым доверено защищать интересы государства. Я начал работать, естественно, с самой нищей должности, это контролер таможенной службы. Ну а потом потихонечку по служебной лестнице поднимался и добрался, как говорится, до должности заместителя начальника Брестской таможни. Таможенные органы я пришла в 1979 году. Проработала 33 года в должности старшего инспектора на таможенном посту Брест-Центральный. Я вам хочу сказать, за эти 33 года работы было пройдено много. С нами работало очень много замечательных коллег, которые вносили большой вклад в достижение наших таможенных показателей. Мы 10 лет подряд занимали первые места. Традиционно в преддверии праздника ветеранов приглашают на Брестскую таможню, чтобы поздравить, поблагодарить за самоотверженный труд и вместе вспомнить этапы становления и развития службы, поговорить о ее прошлом, настоящем и будущем успехах и достижениях и просто пообщаться в теплой атмосфере. Сегодняшнее мероприятие нам позволяет в очередной раз выразить слова благодарности нашим старшим коллегам за их развитие в целом таможенной службы. Ну и, безусловно, показать, каким успехом и к чему мы на сегодняшний день пришли. Ведь многие наши ветераны начинали свою служебную деятельность, когда у них в арсенале присутствовала лишь канцелярская книга, линейка и тетрадка, а из технических средств таможенного контроля – отвертка и фонарик. И сегодня мы действительно с гордостью показываем, какому технологическому, инновационному, не побоюсь этого слова, информационному процессу мы пришли. Для того, чтобы ветераны смогли увидеть, как работает Брестская таможня, насколько современной и высокотехнологичной она стала сегодня, для них была организована экскурсия на реконструированный пункт пропуска «Варшавский мост». Здесь почетным гостям продемонстрировали, как налажена система электронного декларирования, рассказали, как проходит неинтрузивный досмотр, а также презентовали другие информационные новинки, которых пока еще нет ни в одном другом пункте пропуска Республики Беларусь.